Очень даже рад. Заходим вообще. Опять скинули, сука. Вот решили с Пашкой сегодня борща наварить. Сейчас поставим мясо. Пусть пока варится. Ну, мясо сварится там. Капусты, картошки, морковка, свекла обжарим. Ну вот сейчас нашинкуем капусту. Давай, помогай жене. Ну конечно, куда ж я денусь? Так, ну вот этого нам хватит. Чашечку. Сейчас организуемся. Кто-то любит крупно крошить капусту, я шинкую мелко. Вот морковки потерли, сейчас луку поджарится, морковку скинем, пока это будет обжариваться. Ну, потрем свеклу. Вот эту свеклу мы полностью будем обжаривать. А одну поменьше мы ее спускаем сырой. Она так больше цвета дает. Ну, тоже, то есть, трем на терке спускаем. Ну, лаврушечку, да, перчик горошком. Скоро будет супчик готов. Вот мясо сварилось. Сейчас пустим капусту. Сейчас пока капуста будет вариться, мы будем чистить картошечку. Почистим, покрошим, приготовим. Капуста сварится, будем сбрасывать в ней картошку. Потом уже перейдем на передачу. А там как все дойдет, буду уже там борщом со сметаной.
Сейчас приготовим. Убежал. Будем ждать гости вас на борщ, на блины, на голубцы. Не знаю, что будем готовить. Ну, мы сейчас пока картошку спустим, включим газ, сковородка нагревается. Картошка пусть пока варит, а мы перевернемся перед жаркой. Так, почистим лук сейчас. Вот морковку скинули. Пока сейчас она будет обжариваться. Ну, потрем свеклу. Так, ну, все, пережарка готова. Теперь пусть это все покипит еще немного. Скидываем лаврушку и перец горошком. Теперь надо будет маленько водички сейчас добавим. Ну вот все, наш борщ готов. Сейчас пашки будем накладывать. Пусть будем пробовать. Что нам органили вдвоем? Ладно, будем пробовать, что наша повариха, жена рукодельница, наделала. Обалденно вкусно. Всем приятного аппетита, приезжайте в гости. Всех накормим, всех угостим. Чуть грустно. Что, до потолка прыгает, что ли? Кого? До потолка, говорю, прыгает, что ли? Не знаю. Ну так и вот. Это Анатолий, щелки-палки. Ты сколько можно говорить? Про что? Ну, чтоб пить прекращал. Ты живешь трезвый, ёпты, ты чё, ты не отъебался? А ты знаешь, что пришло? Мне сегодня бык звонил. И чё? Ну и... Я не знаю, он с пьяным, может, сам что-нибудь перепутал? Такой с пьяным? Он рассказывал такую фигню, что вы сами за шмуру продукты сдавали. За какую шмуру-то? Ты чё? Так он мне сам сказал. Да он мне, мне уточку-то закрыли, всё. Так он и говорил, понимаешь, он мне говорил такое. Да чё ты его слушаешь? Хуйню всех значит, ему верить нельзя, что ли? Или когда как? Мы были? Он мне вчера звонил.